В актовом зале школы номер 1 собрались старшеклассники, которым скоро предстоит сделать главный выбор в жизни – выбор профессии. Послушать представителей вуза и задать им вопросы, не выезжая за пределы Верхней Салды, мог каждый из учеников. В начале встречи слово взял глава Верхнесалдинского городского округа Алексей Забродин. Как отметил Алексей Николаевич, руководство города поставило себе задачу создать не только комфортную среду для проживания салдинцев, но и комфортные условия для получения образования. Вас мы видим будущее нашего города, будущего нашей области и в целом страны. От того, какие вы знания получите, какую базу заложите вначале здесь, дома, в родных стенах, а потом закрепите ее при поступлении в высшие учебные заведения, как вы сможете применить их потом с пользой и для муниципалитета, и для области, и даже в целом для страны, будет в дальнейшем выстраиваться наша жизнь и в нашем муниципалитете, и, я думаю, в целом в области. Уральский государственный экономический университет готов предложить будущим абитуриентам большое количество бюджетных мест и высокое качество подготовки по специальностям в сферах экономики, финансов, информационных технологий, менеджмента и других. Мы хотим выстроить системные отношения с коллективом школы, с педагогами, естественно, со школьниками, с их родителями, для того, чтобы заранее заняться профориентационной работой, то есть дать возможность так закончить школу, чтобы всем, кто хочет получить хорошее экономическое образование, дать возможность поступить к нам. Абсолютное большинство, кто у нас хорошо учился, старался, трудоустраивается. У нас один из самых высоких процентов среди всех вузов по трудоустройству в первые месяцы после окончания учебы по специальности. Представители вуза на протяжении часа рассказывали не только о направлениях обучения, но и о преимуществах, которые дает диплом об окончании этого высшего учебного заведения. Не забыли упомянуть и о дополнительных баллах, которые можно заработать, поучаствовав в олимпиадах на базе университета, а также сдав нормы ГТО. Во главу угла руководство вуза ставит внутреннюю дисциплину и воспитание патриотизма в студенческом коллективе. Многие старшеклассники уже определились с выбором будущей профессии, но с интересом послушали выступления представителей вуза. Ну, думаю, да, потому что я буду рассматривать этот вуз как свой выбор в будущем. Поэтому полезно послушать такую информацию. Ну, для начала вообще узнал о том, что кроме УРФУ есть тоже хорошие университеты, что можно уже выбирать из них. Но я подумаю, может быть, даже и в этот пойду. Заинтересовал меня. Выбор, конечно, есть, но не стоит забывать, что экономистов и юристов сегодня в нашей стране переизбыток, в то время как инженеров остро не хватает. Поэтому прежде чем окончательно определиться с выбором будущей профессии, стоит подумать о ее востребованности через несколько лет не только в столице Урала, но и в родном городе.